Ефремов и Джонсон на точке. Какая передача! И не забивает Металлург! Так, это у кого? По-моему, у Кошелева был момент. Полевков все для него сделал. Какой пас провел! Ну и как уфимцы-то проморгали вот эту ситуацию, которая случилась. Клюшкой Ежов делает это супер спасение. Правильно поставил клюшку. Понимал, что он полуотыгран в этой ситуации.